Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы сегодня опять-таки продолжаем играть в The Lines. Точнее, просто Lines. Давайте, ребят, следующий уровень Доминика. Это у нас 21 уровень. Давайте посмотрим, на что мы способны. Нам нужно поставить одну точку, и эта точка, скорее всего, будет стоять где-нибудь здесь. Но я не успею. Я не успею, если я здесь поставлю. Вот здесь тогда. Давайте попробуем. Здесь он тоже не успевает, видите? У меня меньше. Вот капелька, вот видите, все равно меньше. Окей, давайте, ладно, в другой раз попробуем. Следующая попытка. Ну, сюда поставлю. Нет! Все равно. Господи, тяжело. Это тяжело. Окей. Давайте сюда. То есть сразу перекроем один путь ему. В любом случае он побеждает, господи. Как так поставить одну точку, чтобы не дать ему победить? Давайте сюда. У него быстрее идет. Да что ты будешь делать? Они что-то одинаковые, да, абсолютно? Да. Это первый уровень, который доставляет мне хлопот. Окей. А как бы тогда реализовать? Давайте так попробуем, я не знаю. Так, еще меньше. Ой, жопочно. Слишком сложно. Надо, короче, перекрыть вот это полностью, вот этот проход. Я думаю, что где-то вот сюда вот надо поставить. Но это точно мы перекрываем. Аллилуйя просто! Мы выиграли, наконец-таки. Жопочно, тяжело. Леон. Давайте посмотрим. Тоже опять одну точку. Одну точку посередине, если поставлю, скорее всего, проиграю. Давайте попробуем посередине. Я хочу посмотреть просто, как это все будет. Ставим чисто посередине. Ровно. Я победил. Господи. Прикольно. Роза. Ага, так, как бы тебя победить? Здесь по-любому нужно перекрывать вот этот путь. Скорее всего, его перекрыть можно будет, если я поставлю так. Давайте попробуем. Да, победили. Заняли больше пространства. Окей, изометрический. Две точки. Если я сюда точку поставлю, я могу точку рядом с точкой поставить, интересно. По сути, я возьму сразу... Нет, здесь в виде никак. Если бы сюда можно было рядом, прям поставить вот сюда, вот куда-нибудь. О, я поставил. Мне вот интересно, вот все-таки она дойдет до сюда. Но в любом случае, по сути, я должен побеждать вот эту точку и идти сразу сюда, сюда и сюда. Так ли это, я не знаю. И сюда. Нет, в одну сторону только пошли. Но это проигрыш. Это проигрыш. Если бы пошли по трем сторонам вот этим, по которым я сказал, тогда мы бы точно победили. Окей, давайте поставим сюда точку. Вот сюда. И вторую точку поставим вот сюда. Все, это победа. Я не верю в то, что мы не победим. Вот, все, идеально. Я же говорил, длиннейшая серия 0 побед до сих пор, ребят. Я не знаю, как это работает. То есть, почему... Длиннейшая серия. Окей, ладно. Треки. Две точки, опять-таки. В любом случае, можно ставить сразу же сюда. Мы перекрываем одну точку эту. И сразу же можно ставить вот сюда. Почему? Потому что мы и эту точку перекрываем. Здесь в любом случае мы побеждаем. Почему? Опять-таки, здесь не красный... Хотя, я не знаю, ребят. Я не уверен, конечно, на самом деле, на 100%. Да, я был прав. Просто мы перекрыли... У них у каждого по две точки. Мы перекрыли одну точку одному цвету, одну точку другому цвету. И в итоге, как бы... У меня две точки продолжили свои пути, а у них по одной точке только пути увеличивались. Вот так вот. Кирпичи. Опять-таки, две точечки. Хорошо, хорошечно. Я думаю, что будет, в принципе, адекватно поставить одну точку сюда. Одну точку сюда. Нет, вот сюда. Все? Нет. Я проиграл. Розовый победил. Неожиданно. Потому что я думал то, что я быстрее, хотя можно было догадаться, если внимательнее бы смотрел. Это сюда ставим, это сюда ставим. Я думаю, победим. Я не знаю точно, ребят. Господи, рискую, конечно. А если так попробуем? Не, давайте лучше так, наверное. Да? Но все равно
Здесь синий выигрывает. То есть я сделал акцент на розовом и выиграл синий. Давайте все-таки сделаем так, чтобы и розовый, и синий имели плохой результат. В смысле, в прямом смысле. В том смысле, ребят, короче, чтобы по одной точке у них все равно. Хотя, в любом случае, если я его так поставлю, в принципе, должно быть хорошо. То есть мы сразу идем сюда, сюда, сюда. Надо перекрывать синего. Перекрывать синего. И, в принципе, чтобы перекрыть синего, можно поставить точку сюда. И она пойдет по всем вот этим направлениям. Давайте попробуем. Ае! Выиграли все-таки розового. Капелька! Он был рядом с нами уже. Пенроуз. Окей. Поставьте опять-таки одну точку. Я думаю, что одну точку можно поставить сюда. Хотя фиг знает. Или сюда. В принципе, что сюда. Хотя и сюда можно. Эх, господи, сложно. Если я сюда поставлю, проблема в том, что эти точки будут тоже продвигаться. Давайте, наверное, сюда поставлю все-таки. Не, этот вообще победил. Ну, ему никто не мешал, вот в чем проблема. Окей, хорошо, еще раз. Этому чуваку надо сразу мешать, поэтому у него больше всего просто пространство. Да, я победил. Переградил ему путь! Этому оранжевому засранцу. Хорошо, портал. Две точечки опять-таки. Вот сюда, наверное, поставлю одну. Вот сюда поставлю вторую. Победа! Притом с огромным отрывом. Символика. Так, куда можно поставить-то? Опять-таки, ребят, говорю, просто переграждаете пару точек. Одной точкой, и все, и вы победили. В принципе, я вижу смысл вот так вот поставить. Мы сразу по нескольким направлениям идем. И вот так вот поставить. Тоже по нескольким направлениям идем. Это я не уверен, конечно, но мы побеждаем. Видите, все просто. Длиннейшая серия побед до сих пор ноль. Я не знаю, ребят, как это работает. Волны, давайте, ладно. Опять-таки, две точки у нас есть. В принципе, я вижу смысл поставить сюда точку. Мы сразу же перекрываем этот путь. Давайте попробуем. Надеюсь, то, что нам хватит по направлению все это сделать. И поставим точку здесь. Да, победа. Идеальная при том. Смотрите, как мы очень много пространства захватили. Музыкальный. Музыкальная пауза. Так, окей, ладно. Хорошо, как бы так реализовать это все? Можно, в принципе, поставить сюда точку. Но это некрасиво. Можно поставить сюда точку. Ну, вроде бы более возможный вариант именно сюда точку поставить. Это не точно, конечно. Но я побеждаю. Е-бой! Долото! Долото. Окей. Надо идти сюда. Ну, блин, у этой точки тоже много всех возможностей. Тогда я лучше сюда пойду, наверное. Да, победа. Видите, сразу перекрыли одну точку и сразу же вторую. Посмотрите, мы почти все позахватили. Здесь у них не было шансов просто. Просто не было шансов противников. Бобина или Бобина, не знаю, как правильно. Здесь есть зеленый, желтый, желтый, красный и синий. Желтый, видимо, мы. Так, мы можем, в принципе, поставить точку сюда. Нет, мы не успеем. Если я поставлю сюда точку, или вот сюда, где-то вот сюда вот точку, то мы пойдем по вот этим направлениям. Давайте попробуем. То есть мы захватываем вот это пространство, и вот это пространство полностью наше. Да, мы победили. Мы победили. Триплекс. Прикольные всякие фигуры. Я даже не знаю названия этих фигур. Только благодаря этой игре, наверное, я буду хоть немножко узнавать эти названия. Прикольно. Так, окей, хорошо. Как бы так? Здесь 100%, скорее всего, вот сюда, вот в этот угол надо ставить. Потому что мы идем сразу по трем направлениям. При этом мы закрываем эту точку. Но опять-таки, ребят, я не уверен в этом. Давайте попробуем.
Да. Победа. Гемма. Господи. Неужели существуют такие названия? Окей. Так, если сюда поставлю, в принципе, я должен победить. Да, успел. Захватил все. Потрясающе. Слишком просто. Вам нужна бронза, чтобы играть в этот уровень. Вы зарабатываете бронзу, выиграв один из уровней 3 раза подряд. Что? А вот что за серия побед. Зачем мне это? Я открываю новые уровни, как-никак. Ладно, ребят, у меня еще есть режим ластик. Давайте все-таки его попробуем. Я не знаю, что это такое. Видимо, нужно стирать что-то. Играть. Так, коснитесь этой точки, чтобы стереть ее. Ага. Мы играем типа... А, наш цвет показан, ребят, на заднем плане. То есть, смотрите. Наш цвет сейчас фиолетовый. Наверное. Удалите одну точку. А какую точку? Я зеленую могу удалить, правильно? Да. Или я свою тоже могу удалить. У-у-у, серьезно? Даже так? Да, зеленую нужно удалять. Сейчас точно должна быть победа. Прикольно. Видите, здесь мы уже не сами ставим точки, а мы сами удаляем точки. Удалите 2 точки. Зеленый наш цвет. Это 100% удаляем. Это 100% удаляем. Победа 100%. Безоговорочная. Отлично. Шашки. Так, 2 точки нужно удалить. В принципе, можно удалить эту. Или вот эту удалить. Или вот эту. Давайте попробуем эту и эту. По сути, низ полностью наш получается. Ну, не полностью, видимо, но почти наш. Ну и мы побеждаем. Ладно, ребят, если вам нравится эта игра, мы обязательно с вами продолжим. Видите, следующий уровень — футбол. В принципе, прикольная игрушка, мне нравится, я не знаю. В принципе, успокаивающе, ничего не нужно так особо, как бы, вникать особо. Вы не особо, как бы сказать... Напрягайтесь, ничего бомбить не надо. Почти все миссии проходятся с первого раза. Ну, если не с первого, то с третьего уж точно. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравилось. Это была игра Lines. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. С вами был Лекс, и всем добра.